Здравствуйте, дорогие мои зрители, гости моего канала. С вами Татьяна Егорова-Ричкалова, город Ростов-на-Дону. Собрала в одном видео для вас зеленые бериллы. Представлено у нас с вами сегодня два мастера. Это мастер Оля, фирма Бастет, город Асбест. И украшения от уральского мастера. Вот кто из подписчиков давно со мной на канале, ну вот тот знает, что вот с этим мастером вот я работаю больше 10 лет. Ну и вот такую красоту хочу представить сегодня вашему вниманию. Вес одной серьги 2 грамма. Вживую серьги просто вот бомбические, яркие, яркие, яркие. Камера, конечно, подводит в этом плане. Длина серег 45 миллиметров. Берилл, гелиодор, турмалин и все это в огранке и рубин. Вот такие капельки. Занижение штифта 2 миллиметра на любой прокол и на любую мочку. Красота из красот. Стоимость серег 19600 рублей. Вот такое колечко. 18,5 размер. Берилл Средний Урал. 7700 рублей. 2,9 грамма. Вес изделия. Вот фирма Бастет. Вот такой котик. Еще колечко. Так, а это у нас набор 1,8 грамма. Это кольцо 5500 рублей 17 размера. Вот так в профиль. Бериллы, турмалины, Средний Урал. Бериллы, Средний Урал, турмалины, Забайкалье. Вот таким образом. И к этому колечку есть вот такие серьги. Все вживую и нежное, и яркое одновременно. Так, сейчас попробую, как же удержать-то их. Так, вот такие серьги. Давайте вот так покажу. Занижения штифта нет. Серьги на любой прокол и на любую мочку. Цена сережечек 6000 рублей. Камни и вес одной серьги, ну, чуть больше 1 грамма. Красота, красота из красот. Вот такой набор. Так, и еще от фирмы Бастет вот такое колечко. 17,5 размер, 0,6 карата вес. И вот такие колечки в тренде в качестве обручальных. Сейчас берилл, турмалин, гелиодор, Средний Урал, Забайкалье. 6500 рублей стоимость колечка. Вес 1,8 грамма. Еще колечко, 17 размер, 0,3 карата, 7500 рублей, берилл Средний Урал, 3,1 грамма. Это все, что с бирочками, это от фирмы Бастет. Я напоминаю, для тех, кто, ну, скажем, только зашел на мой канал. Подвес ручка, длина 30 миллиметров, диаметр камешка 3,8 миллиметра. Берилл Средний Урал 5200 рублей. Камешки в огранке, все, что я показываю, вот эти два ряда. Ну, это камень совсем другого порядка. 18,2 размер, 0,3 карата. 14800 рублей. Вес кольца 3,1 грамма.
изумительный камень. Вживую он ярко-зеленого цвета. Так, еще шедевр. 17,5 размер. Вот такая печаточка. 1,2 карата. Берилл Средний Урал. 18 000 рублей. 2,8 грамма. Вот так. Вот так это все выглядит. Так, и последний камень в огранке. Дальше пойдут у нас с вами кабошоны. Берилла кабошоны. 18,5 размер. Вес камня 11,7 карата. Это очень большой для бериллов. 34 000 стоимость этого шикарного перстня. Очень интересный неоновый эффект. Смотрите. Красота из красот. С включениями, как положено. Вот так это будет на ручке. Ну и смотрим изделие от уральского мастера. Вот такое шикарное кольцо. Два прозрачных берилла. Тут немножечко берилл в гелиодор уходит, но вот все-таки это зеленый берилл. И вот такая работа. Скань, филигрань. Вес кольца 3,6 грамма. Размер 17,5. Стоимость кольца 16 000 рублей. Померить, к сожалению, не могу. Ну, нет у меня уже таких пальчиков, к сожалению. Еще колечко. Два прозрачных зеленых берилла. Камни все уральские, то, что я показываю. 12,5 грамм вес изделия, 18,5 размер колечка. Стоимость 16 000 рублей. Можно так, можно наоборот. Вот так тоже можно. Красота из красот. К этим колечкам у меня есть три пары серег. Первая пара. Занижение штифта на всех трех парах 1 сантиметр и высокая прижимная лапка на любой прокол, на любую мочку. Вживую, значит, камера немножко серого добавляет, вживую камни травяного цвета. 5,8 грамма вес одной серьги, стоимость серег 17 000 рублей. Еще одна пара есть у меня, тоже филигранная. Занижение штифта 1 миллиметр и высокая прижимная лапка. Серьги сидят вот как влитые. Серьги статичные и вот такая прозрачность камней. Смотрите. Вес одной серьги 5,7 грамма, стоимость 17 000 рублей. Вот так. И еще одна пара. Изумительные серьги, такие капельки. И очень интересный дизайн. Занижение штифта 1 миллиметр. И высокая прижимная лапка на любой прокол серьги и на любую мочку. 5,6 грамма вес одной серьги, стоимость 17 000 рублей. Так, есть у меня два набора. Значит, пришли. Давайте мастер. Мастер мне дал цены отдельно, тоже буду вам говорить отдельно. И давайте договоримся, что
приоритет будет все-таки тому, кто захочет взять это все набором. Занижение штифта 5 миллиметров. Вот такой шикарнейший набор. Шикарнейший. Серьги прозрачные, камни в серьгах прозрачные. Сейчас все покажу. Смотрите. Вот так это все замечательно видно. Так, кольцо. Размер кольца 18,5, 18,8. Шинка широкая, поэтому оно вот в этих пределах будет сидеть нормально. Камень 2,5 на 2, кольцо стоит 9000 рублей. Серьги, вес одной серьги 7 грамм, камень 2 на 1,6 сантиметров, стоимость серег 17000 рублей. Красота из красот. Вот так с обратной стороны. Вживую вот ярко-зеленого цвета. Камера добавляет все-таки серого. Размер колечка 18. Вот так будет у вас на ручке. На мой взгляд, первая модель, простите, более классическая, а вторая все-таки более молодежная. Вот так это все здорово. Белое блестящее серебро и фантастические серьги. Фантастические. Вот такой высоты камни. Камни в серьгах на порядок ярче, чем в кольце. Ну, понятно, камешки меньше, включений в них тоже меньше. Вот такая красота. Колечко 18 размера, 2,6 на 1,7, это размер камня. Кольцо стоит 9000 рублей. Серьги, камни 1,8 на 1,3 сантиметра, стоимость серег 19000 рублей. Смотрите, занижение штифта 4 миллиметра. Вес серьги 6 грамм. Вес одной серьги. Так, и шедевр из шедевров. Так, все-таки покажу на просвет. Вот, 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 смотрите. Давайте поближе это все посмотрим. Прозрачный камень. Шикарнейшее кольцо. 2,6 камень на 1,9 сантиметра. Размер кольца 18. Вот так это выглядит. Объемное, шикарное кольцо с фантастическим камнем. Вживую камень вот просто бомба. Стоимость кольца 20000 рублей. Так, ну и покажу в конце бусы из берилла. Повторюсь, берилл у нас сегодня весь уральский. Бусы, вес бус 55,5 грамм, галтовочка берил от 6 до 10 миллиметров, 55 сантиметров бусы, стоимость бус 9000 рублей. Вот на этом давайте мы с вами и закончим. Всего вам самого доброго. Будьте здоровы! С вами была Татьяна.